задумывалась о том, как мы вообще не умерли после всего, что натворили. Нет! Нет! Это накладные волосы? Да, у нас так принято. Мы две крутейшие королевы, как те бабы, которые вырастили чудо-женщину. Мы пахали как кони, мы открыли собственный магазин, мы на высоте. Наш долг 493 тысячи долларов. Какого? Мел Пэтч и Мия Картер. Я Клара Луна. Я вложу 1 700 000 долларов в вас. От миллиона не откажемся. Но по моему опыту бизнес и дружба обычно не уживаются. Не забивайте вашу маленькую голову. О, голова у меня не маленькая, просто у меня огромные груди. Клэр Луна собирается представить новый продукт на своей вечеринке. Она хочет украсть наши идеи. Мы этой стерве хребет сломаем. У тебя импланты из камня? Детка, я владею вами. Приведите Клэр Луну сюда прямо сейчас. Она чокнутая. Или она я спрыгну. Давай. Все хорошо, что я занималась планкингом. Вы вернете нам компанию. Я дала этой заразе в рожу. Женилась бы на тебе, но я по мальчикам. Перец хабанеро очень острый. Крохотная щепка даст сильный эффект. Перец очень острый. Очень больно жжется. Держи-ка, это козье молоко, оно обволок...